Сегодня 25-е. Я нахожусь на пересечении Жуковской улицы. 25 июля. И Макаренко. Макаренко вот она. Все, на небольшой улице совсем. Здесь как бы вот в той стороне, как я понимаю, вот, находится, если я ничего не путаю. Вот здесь вот он как бы все перекрыто, потому что ремонт. А там театр «Современник», улица, библиотека детская, ну, театр «Современник» самый такой. Вот. Ну вот, как бы, совсем небольшой здесь, как бы, даже улицы сложно назвать. Вот, ну, названа она в честь Макаренко, известного педагога советского, то есть, соответственно, это, ну, как бы, дает надежду на то, что не все еще потеряно, так как все-таки... Я считаю, что нужно называть теми, кто реально большой вклад в общественную жизнь, там, в науку и так далее, в искусство внес. Потому что у нас все-таки достаточно и ученых, и артистов, и так далее, и героев войны, там, это, чем называть каким-то казининским, сегининским, вот, по 5 переулков с одним и тем же названием, или давать название каких-то домовладельцев, блин. То есть это бред вообще. Вот, ну, в принципе, вот такой вот небольшой вот улица. Вот, Макаренко. Она втыкается в Чаплыгин. Вот здесь вот, ну, ничего такого, как бы, нету. Кроме, конечно, вот названия, которое меня лично порадовало. Вот. А так вот, вот здесь вот такая вот улица.